Канаты натянуты по периметру ринга, а с вами Фламинго. Всем привет, народ. Продолжаем проходить Kingdom Come. Значит, в прошлый раз мы остановились где? Да, нам нужно расспросить Пэта по поводу заварушки в Нойхофе, так сказать. Вонючку мы нашли, он был в пещере, если помните, если смотрели прошлую серию, если нет, то посмотрите. Мы нашли Вонючку, расспросили его, после этого он умер. Попросил нас убить его, но я что-то не стал, он сам откинулся там. По собственной воле, мы не будем препятствовать, мы христиане, правильно? Настоящие русские христиане. Поэтому мы не стали препятствовать ему, он сам отъехал там. По собственному желанию. Так, тут сейчас сделаю сначала. Вот. И, то есть, сейчас я вернулся. Почему я начал отсюда? Потому что до записи прохождения я выложил гайд, который вы, возможно, видели. Если не видели, то посмотрите, в подсказке он будет. Вот. Между гайдом я там иногда заходил, бегал, всякие мелочи делал, продавал, тестил что-то свое. Ну, что хотелось. Вот. По поводу купальни сейчас, кстати, расскажу, пока едем. И по поводу женщин в этой игре. С другими женщинами я изначально как бы не хотел заводить никаких отношений. Я увидел Терезу вначале. И с ней как бы взаимодействовать прямо с самого начала можно было. Поэтому я с ней и решил как бы и начать, и закончить. Вот. В моменте строения отношений с ней... Заметил, что, кстати, вот не забудьте тоже вот это, на ус мотайте, как говорится. Нельзя ходить в купальни и просить обслуживать вас, чтобы вас обслуживала женщина, девушка. Да, потому что это влияет напрямую на отношения с Терезой или с любой женщиной, мне кажется, с которой вы будете строить отношения. Это влияет на уровень вот этих вот отношений, потому что... Ну, то есть она знает об этом. Она в любом случае тут как бы так заскриптована уже, то она будет знать об этом. Вот. Но мне хватило духу соврать ей. Так, мне надо левее, да, ехать левее. Точнее, как соврать, отговориться, так скажем. Мы не врем любимую женщину. Вот, мне хватило духу отговориться. Тут я не туда еду. И, в общем, успешно отговорился, и она меня простила. По поводу купальни. Помимо женщин, там еще есть услуги стрижки, кстати говоря. То есть прически. Там не так много причесок, там 4, по-моему. Одна стандартная, которая у вас изначально была, и еще 3, по-моему, или еще 4 добавочных. И еще помыться можно. Постирать вещи, по-моему. Такой. Я сколько раз нажимал, ни разу, так как у меня много денег, я ни разу не заметил, чтобы у меня сколько-то денег сняли. То есть, как бы, ну, не очень видно. Ну, может быть, там 1-2 гроша, но у меня никаких уведомлений не показывало, что вот у вас там забрали гроши, типа, и такое. Поэтому я забил, мне кажется, вообще там даже если будете это делать, ну, там, мыться или стирать одежду, допустим, пользоваться услугами, то вам даже не надо заморачиваться, что там сколько-то грошей забирают. Только если вы прям совсем не... бедствуете. Если бедствуете, кстати, еще раз напомню, там вышел гайд по стартовому снаряжению, который вы можете посмотреть. И не только как бы найти себе снаряжение, но и заработать денег. Достаточно много. Как видите, у меня вот 10 тысяч, например, грошей, я ни в чем себе не отказываю. Вот. Да, и то есть в этих купальнях можно стирать вещи и прочее, и вот эти вот, вот эта стирка вещей, мытье и стрижка, точнее нет, как. Опа. Стрижка, мытье вещей, по-моему, там дает, только она дает вам... Баф. Бафы на статы, на основные статы, вот как у меня, допустим, сейчас вот баф, вот этот баф влюбленный дает жон,
Да, это он дает баф к обаянию. Статус обаяния. Вот. Именно влюбленный он зарабатывает скак. То есть вы идете на свидание с своей девушкой, после этого успешного свидания у вас появляется баф и улучшается отношение с этой девушкой. По поводу... место интересное. Сзади какой-то на... По поводу бафов Упалин, ну там тоже неплохая, прикольные бафы тоже, они ко всем статам идут, кстати, к основным. К обаянию, по-моему, нет, а может быть и да, кстати, не помню. По-моему, есть отдельный скилл для обаяния, но неважно. К силе, к ловкости, к живучести точно дает баф, возможно, еще к красноречию, но это я уверен, не точно. Вот, поэтому перед тем, как идти дальше, допустим, историю проходить, или там на драку идти куда-то, советую юзать эти купальни, за минимальную цену вам будут выданы легчайшие бафы, которые вам реально помогут. Если вам там сил чуть-чуть хватает, надо, ну, бы нет, вообще халява, считай. А бафы эти примерно на пару дней, наверное. Тоже немало, как бы, ну, на два игровых дня, можно раз в два дня заезжать в эти купальни. Так, мне нужны люди какие-то, чтобы узнать у них. Кто такая? Ирка. А это кто, мельник? Мельник. Ну, давай у него спросим. Доброго тебе дня. Спросить сестру Мирку, она тоже... А, это сестра его. She works here too. Понял, понял. Farewell. Хорошо, давай спросим. Вот такие дела, в общем. Так вот тут время проводилось. Ах ты вруни, остальные-то его знают. Alright, but not here. We'll talk around the back, behind the mill. Поговорим за мельницей. Пойдем поговорим. Кушать не надо, там 79, это еще рано. Ну, короче, такие дела. Гайд реально поможет вам, потому что я максимально, ну, хотел вместить в него все, что может понадобиться из знаний в начале. Поэтому советую... Куда она пойдет? Поэтому советую посмотреть и как бы принять к сведению, если надо, то использовать. А меня просто сдвигает, да? Поехали. Понял. Короче, давай поговоримся. Here I am. So, why all the secrecy? What do you want from Timmy? Can you tell me where to find him? Где мне найти Пэта? Promise me nothing will happen to him. Вообще, что плохого ничего не случится. He's my brother. А, он ее брат. Не слишком умен, но это, да, я заметил. Хотя... Кто это? I don't know. But they looked like cutthroats, and they said some strange things, but I didn't tell them anything. That's good. But sooner or later they'll find him anyway. Tell me where he is, and I'll take care of him. Короче, мы обещаем ей позаботиться о... He's hiding at the Colbin farm, over by Мэрхоед. Здесь у Колбина, за Мэрхоедом. Ага. Четыре, да? Четыре. Но я не осилю четверок. Я бы, может, и осилил, если бы они по одному шли, а тут система такая, что они тебя окружают и начинают просто запинывать. И по барабану, когда у тебя броня. I'm looking for someone too. Maybe we could help each other. Hmm. Сзади, кстати, стражник стал лучником обычным. Great big ox by the name of Timmy. I'm afraid I don't know anything about him. That's a shame, a crying shame. I take good care of people who help me. Now, if someone were to tell me where to find Timmy, I might offer that man a job. We could use a smart fellow like that at the camp. Ah, like you have an encampment somewhere? Well, sure we do.
and no shortage of coin if you're ready to earn it. Where is it? All in good time. First, prove we can trust you. Help us find Timmy. All right, I'll tell you where he is. Really? Why would you do that? We're all Christians here, aren't we? Why not help thy neighbor? Especially if he pays 2 score groschen. Там еще какие варианты были, походу, я зря выбрал. My cousin by any chance? I'll give you 2 dozen. No more. Half now and half when we find him. Deal. 225, нифига себе. Ну, соврать не получится. Или получится? I hear he's hiding in Rattai. Oh yeah? Where in Rattai? I don't know. You'll have to find him yourself. Sounds like a pile of horseshit to me. Stop wasting my time and spit it out. Блин, придется рассказать ему. Потому что мне уже заплатили. Нападай не вариант, но 4 я не осень. Даже если тот будет с лука стоять, целиться, что-то пытаться делать. Можно, конечно, блокировать, подставить пару человек под стрелы. Ох, не так сказать, 2, и третьего убить самому, а этого потом добить честно. Ну, я не хочу пробовать. Давай, скажем. Right back where he started. Are you yanking my pizzle? Well, excuse me if I take that with a grain of salt. I'll just leave Radan here to keep an eye on you. For your own protection, you know. Come with us if you Radan оставит, значит, да, с нами. If not, come and find us in the Samapesh tavern when it's all over. Or we'll find you. Don't fucking annoy me. Идите, давайте. Do you have to keep buzzing around like a shit fly? What do you want? Чего ты хочешь? Do you have to keep buzzing around like Короче, shit я хочу, чтобы ты сдох. Отличные гроши есть здесь. Мед я заберу тоже, яблоки заберу. О, 30 стрел. А, не на 80 урона. Не, не надо, да, отмычку. Бежать 8. Зеленый человек будет повторен вашим значением, но вы можете встать себе в беду. Блядь, делаю добрые дела. Давайте, за что мне? Блин, он сам вообще-то. Меня здесь охранял, стоял. А куда мне ехать-то вообще? День. А это они тут? Я могу догнать их, поговорить с ними, потому что я типа с ними хочу пойти, или я могу вперед них прибежать? Они бегут пешочком. Лошадь, я точно говорить не могу. Лошадь добежит до меня. А, да, кстати, с Терезой я так и не рассказал. Терезой там. В итоге я пару раз с ней ходил, по-моему, на свидание. Технически. То есть, прям. Ну, прикольно это все выглядит. Сами. Я уже не буду это показывать. Сами просто дойдете до этого. Там есть. И 18 плюс контент, как говорится. О, мархаеды. Так, а где же? Где же он сидит? Вот. Интересно, интересно. То есть в игре есть чем заниматься, даже несмотря на то, что ты можешь не проходить основную сюжетку в этот момент. То есть у тебя много времени еще тратится дополнительно на прохождение там побочных квестов, но я их пока не прохожу. На увеличение репутации с кем-то. Вообще, я правильно бегу-то хоть? Ждать их. Я не знаю, куда они побегут. Вот, и в принципе интересно, прикольно. Репутация повышается, все это движ вот какой-то. Прикольненько.
Контент есть, короче. Это вот одна из немногих, наверное, игр, где есть контент. Есть множество игр, где либо короткая сюжетная линия, и все остальное строится на побочках. Именно одиночная игра, а не многопользовательская. Потому что у некоторых многопользовательских там есть история, как, допустим, тот же Destiny, к примеру. Что еще? Ты, считай, проходишь, по сути, сюжет, но дальше тебе надо гриндить. Вот эта дрочь с гриндом, здесь гриндить не надо. То есть, если тебе что-то нужно, ты пошел и взял это просто, и все. Если надо кого-то убить, либо сделать побочку, пошел и взял, сдал, получил, вообще не проблема. Кстати, я правильно. Я смотрю на компасе, не сюда бегу, правильно я пошел. Значит, куда они могут побежать отсюда? Сюда? Лагерь какой-то? Здесь посмотрим. Если туда, то они, скорее всего, вон туда побегут, я так понимаю. Потому что он сказал, что рядом с мархоедами где-то. Он сидит, а здесь единственная деревня в этом направлении. Ой, не деревня, а ферма, типа. Единственная по этому пути в этом направлении. Налево? Нет, наверное, не пойдет. Вот, и в итоге... Да, не сюда бегу. С Терезой я наладил отношения, типа. Но там есть КДшка, кстати, вот тоже. Спойлеры немножко. КДшка есть на свидание в 2 дня. То есть через 2-3 дня у меня напишет прям уведомление по центру экрана, что типа 2 дня прошло, ля-ля-ля, туда-сюда. Мухрю, тыры-пыры, и все, можете возвращаться к этой женщине, потому что хоть у вас не Тереза будет. Возвращаться, и вот он, кстати, нет? Okay. Крестьянин, а это кто? А вот Пета. Hey, Timmy. How are you today? I'm all right. Who we met? We have now. Huh? Oh, shit. What do you want? It wasn't me. I didn't... I mean... Shit. Вот, и наладил отношения, и в принципе все нормально. Она отдала вот этот баф влюбленный. И каждый раз его обновляешь, когда ходишь на свидание. То есть сам баф дается что-то в районе 2 дня, наверное, как раз. А на третий день ты можешь идти еще раз. Ну, это бы было имбово, если ты через 2 дня он обновляется, ты опять идешь на свидание, опять его продлеваешь сразу же. Ну, это такое себе. Денек, похоже, без бафа. Поехали дальше. Про Нойхоф спросим. Тебя там не было, так сказать, меня там. You were there with Limpy Lubosch and Riki. I heard all about it. What do you want from me? Your mate Hinnok told me about a whole. Твой приятель Гинок рассказал мне о лагере. And I want to find it. Полном этих ублюдков. А эти уже вон стоят там. Yeah, but why should I trust you? Не идиот, ну ты же идиот. I'm not stupid. You might be one of them. А если ты расскажешь, что ты идиот? To not be one of them. Trying to catch me out. I won't tell you nothing. Знатности 12 плюс 4 у меня. Он-то кто? Он никто, он бандит вонючий. 12 плюс 4. Do I look like someone who goes around hunting down halfwits for pleasure? No. Да. I reckon отлично. Not. But I don't know where their camp is. That's a load of horseshit. Поднести бред, сивы кобыла. Инок все мне рассказал, что ты там был. Коротышка сказал тебе держать рот на замке. Well, once I was there with them, yeah. Only I was pretty drunk, so I'm not too sure. Try to remember. It was in the woods, in some kind of woods. В лесу с деревьями. Ты прикалываешься, что ли, блядь? Здесь по всей карте вокруг лес. There were some wrecked houses there, no? In the woods. A church. There was a church there. Костёл там был. Ну, уже что-то. Слегка разрушено. Thanks a lot. Now it's all clear to me. Do you remember which way you went? It was прямо на север от Тальмберга. Когда идешь в гору от замка, не тропинка, вокруг амбаров. Мне кажется, она ведет в лагерь дровосек. Так, лагерь дровосек. Я запомнил. Если пройдешь мимо дровосек, то наткнешься на тот заброшенный дом. Не пропустишь. Выглядит как дом, но заброшен. Спасибо.
То есть не оттуда иди налево и продолжай идти до тех пор, пока не придешь на полянку с большим буком. Или это был дуб. Я не знаю, что там было, блин, реально. Там снова поверни налево. Увидишь узкую тропинку, отправляйся по ней. Иногда она раздваивается. Всегда держись с левой стороны, пока не придешь на перекрёсток с большим плоским камнем. You just keep to the left until you come to a crossroads by this big flat rock. You keep straight on there. Иди прямо, через какое-то время ты увидишь мост. Ты на месте. Легче легко. And it's right there. Понял, спасибо. Easy as you please. Я позапомнил. But you won't tell nobody. Ты никому не расскажешь про него, верно? You promise. О нет, черт возьми, я хотел взять с тебя обещание, но забыл. Вот. Это. Ой. Должен признать. Ну давай, ладно. Yeah, don't worry. But in future, find some other way to способ получше, like чтобы заработать. Thanks. I'll try. On account of my sister, at least. That girl at the windmill. Ты девушка не сменит? Ага, Мирка. Не говорил, что он сказал. What did she say? She told me you're as thick as a fence post. Мне, что ты не умнее столба. Did she? Ну, это правда, кстати. She's probably right. Look out. Нет, не ходи туда, убегай, нет. Down! Ah! Are you blind, for Christ's sake? There's people walking here. Nice to see you, Timmy. How goes this? What? Haven't seen you around for a while. Я никогда тебя не видал, а? No. Ну, я... Надеюсь, что ты нас не позабыл, Пэта, а тебе беспокоились. Я тоже беспокоился о вас. Я думал, знаете, что ты должен повидаться с парнями и... Все в порядке, Пэта, тебе никуда идти не нужно. О, вот это вы его, конечно. Быстро. А я могу его это? Могу. Так, я знаю, что это за... Стой, вы куда пошли? Стоять. So we meet again. I was hoping you'd help us out with Timmy, but never mind. Tell me though. Зачем ты его искал? Ну, ответа нет, этот у меня проводил. Хотя... With all due respect, that's none of your fucking business. Sure, it's none of my fucking business. Не моя, черт дело, как ты сказал. Согласен. Сказал, что кое-что можешь. Это мог бы это подтвердить, бы не был разрубленный кусок. Он вон лежит сзади. Он не разрубленный у тебя. Maybe I do have a job for you. What kind of job? The kind of job you don't ask too much about. Такого, который не задает лишних вопросов. Чем меньше спрашивать, не платят. Why not? Давай. Asking questions never got me anywhere anyway. Glad to hear it. Go and do what you have to do. Встреться с нами в лагере, будь готов остаться там на несколько недель. And be prepared to stay there a few weeks. All right. But how do I find that lair of yours? It's an abandoned village. Заброшенная деревня. Я полагаю, ее раньше называли Прибославец. If you go upstream along the creek that flows into Rovna from the north, from the woods, then you'll eventually get there. Thanks. Hope I can find the way. Oh, and if anyone gives you trouble, say I sent you. Как тебя зовут? Then at least tell me what they call you. Moorcock. Мах. Henry. Дра. We'll see you at the camp. Ладно, тогда увидимся в лагере. Come on, boys. Ничего брать не буду. Вот ящик отомкнуть. О! Плохо. Наверное, 76 еще. Здрасте, тут.
это могу открыть. Заберу. Я бы заберу. Это могу. Тоже заберу. А, стой, медоуха. Алкоголь тут? Алкоголь, да. Хватит, поехали. Что нам дальше сделать надо? Вон там на радаре появился, я видел. Наложи местонахождение лагеря разбойников по Нурацику. Поехали, доложим. Можно оттуда даже и не есть. Там-то деле. А бычья кровь что такое? Минут вашего носа вырастет на 50%. Понял. Тяжесть уже. Питательность убирает, помогает желудку при отравлении или переедании, снижает переедание на минус 20. Отравление. Так. Собачье сало на хватит этого. Этого хватит. Едем, сейчас быстро расскажем. Вот дальше скажем делать. Не унайти. Искать. Эх. Мужики, где тут? Панрацка было, ёпты. Удайте кто-нибудь. Стрельбище. Кто? Ты стражник? Стражник. Тоже стражник. А это ресталище, кстати говоря. Здесь шатры как-то побогаче, да, выглядят, чем те, вот, типа, бомжатские. Вот. Это стражники, да? Стражник. Стражник. О, нет. А, так вот он. God be with you, lad. What can I do for you? I have some news about the investigation. Значит, расследование. Сначала расскажем ему. Tell me. I went to Ujit, where they told me I could find Lubosch. Only someone had murdered him. It seems they're trying to cover their tracks and get rid of witnesses. Indeed. The whole affair is becoming ever more suspicious. Have you any further clues? I found out about another one of them, a crony of Limpy Lubosch's. They call him Riki, and he comes from Ledechko. You're doing a good job, but you need to be careful. Have you found this Riki fellow? I'm afraid my news isn't good, sir. Hmm. I might have expected as much. Tell me the worst. This Riki fellow was hiding out in the woods, and his former accomplices really did want to kill him, because he, Limpy Lubosch and others deserted them in Neuhof. It seems they wanted no part in the killing. Anyway, Riki told me they were hired by a bandit they call Runt. He's the one who stole your sword. Those murdering whore sons weren't after loot. They just wanted to do damage. And the worst thing is, they have an encampment in the area, and they're getting ready to make more trouble. Sakra. Anything else? That's all I've found out so far, sir. All right. Come back and report to me as soon as you learn anything new. About that encampment, sir. What is it, lad? I found out about the camp from another of the bandits who deserted. He's called Timmy. Big fellow, but more brawn than brain. The camp is an abandoned village in the woods to the west of Townburg. Good work, lad. Have you been to check it out? Do you know how many of them there are? I don't know much, apart from where it is. We really need to find out more. Could you go back there and try to discover anything that could help us in the assault? The more we know, the better. And if you could carry out some sabotage while you're in there, it would be invaluable. But don't take any unnecessary risks. I don't want to lose you. Certainly, sir. Попробую. That is,
I'll do what I can. That's what I like to hear. You'll be our eyes and ears, lad. Our success will depend on what you find out. Нашими глазами, ушами, успех зависит от того, что тебе удастся увидеть. Meanwhile, I'll скорее возвращайся. I'll find out what I can and be right back. Take care, now. Ладно, поехали. Сейчас мы поспимся. А в принципе, что спать-то, у нас энергия фул. Ну ладно. Могу спать или что? Это было? Что за прикол? А, блин, меня выгнали, да? Да пошел вообще. Лоб. Нельзя, блин, поспать как будто. А вот, заснуть и сохраниться. Или просто спать, короче, не ложитесь спать. Нельзя там спать. Не можешь спать больше. Это причине неизвестно. Ну ладно. Допустим. До 6 мне хватит. Ой, отлично, сытость упала. Сейчас я поем как раз на фулку и поеду. Прям с раннего утра. В стране, так сказать. 75. Опа, соточка, да? Она же 25 прибавляет, правильно? Правильно. На соточку. Не так далеко. Так, садимся и едем. Ровно поедем. Она ближе все-таки, чем Тальмберг. И я не знаю, зачем вообще от Тальмберга ехать, если можно вот от Ровно через лес проехать. Угу, так. Да, по-моему, по диагонали. Качем, значит. Что еще интересненького рассказать, пока тут не было? Серия Silence вышла, кстати, вот я уже вторую, нет, вру, третья вышла, я четвертую, получается, запутал. Тоже игрушка интересная, прикольная, можно посмотреть. По еще одной игрушке видос монтирую, уже начал монтировать, скоро будет. Так, это лагерь дровосеков? Нет, это лагерь углежогов, под рядом, да, там печка. Так, может быть, направо надо было там поехать. Карта. Как здесь? А, вот. Вот это уже лагерь дровосеков. Про него и говорили. Значит, все правильно. Я правильно еду. Вдоль ручья. Вот такое здесь было. Это постановление прям советую, то есть я вот сколько, около 3 часов потратил чисто на исследование, на понимание, то есть там вот все основные советы, которые мне удалось найти либо самому, своим опытом, куда я заехал, либо найти из видео, то есть также я пересмотрел кучу видео, там очень много, во множестве видео мусора. Не нужно, то есть который абсолютно никак, ну, вам не поможет. Просто вода. Игра сохранена. Можно напасть из-под тишка. Я на будущее нападение, да? Easier to cross the earthworks. There's open ground on both sides of it. It's the fastest route. A moat.
It would take a while to get across, and there's nowhere to shelter from arrows. All of it. Hello. Видите нас? I can't understand a damn word you're saying. Is there a man called Moorcock? Moorcock. Vajud, suvala starisa geshchet. Махут керешет. Он разговаривает, знаешь? Right. Moorcock. Ничего себе. Полоса. Рендвен, вода везет лекоза. Ő majd foglalkozik veled. Давай. Вот, то есть на основе уже просмотренных видео я, как бы, во-первых, всю снарягу, которая вначале добывается, которая, ну, во-первых, будет вам полезна, во-вторых, вы сможете ее достать, я прям подряд ее положил и рассказал, что где берется, что нужно для этого, какие статы нужны для использования, поэтому советую посмотреть. Так, а мы пока вернемся в настоящее и... По поводу деревни, блин, ну она реально была сожжена. Прям все вообще разрушено уже давно, кстати. Деревья вон сквозь здания растут. Давненько была сожжена уже здесь. Поломана, и они тут лагерь разбили. А это костел, я так понимаю. Да, здесь негде укрыться. Надо будет в лагерь вон тут сбегать. Да, если сбегать проход там. Блин, да тут вообще офигеть, тут прям очень большая деревня. Костел, кстати, из каменных стен. Как замок прям. Тут его как будто штурмовать придется. Если мы не будем его штурмовать. They can see a long way from that steeple. And those archers up there. Угу. Так, а это что такое? Вот привидение. Do you have anything to say? Тебе есть что сказать? Let me go. Nem csináltam semmit. Engedjetek el. Ez hazugság. Az egész az ő hibája volt. Переводишь? Ухал ты не в ладах с нашими славянскими братьями. Ki provokálta a harcot, amikor a cimboráival leszúrtak két ember? He stopped fight. Начать драку. Его друзья убили два лагеря. А, ну, языческий. Ты не слушай. Да не раз повторяю, наемники Сигизмунда — наши гости. А мы обращаемся с гостями так же, как со своими. Engedd szabadon. A többiek emlékezni fognak. Let him go. Others remember it. Не богами всем тебе указывать. Ты зовешь себя вожаком. Ой, зачем? Сказал. Ну конечно, механика протыкания. Мечом и повреждение, это очень круто. We are one camp. One army. So fucking remember that! А это тот меч у него, который он мне отобрал? Да отстаньте, где? What's this? Now we're picking up every stray dog that wanders by. I got a piss. Sure ain't easy. I'll move some by more. Ah, вот он. Заметил вас сначала. Hey, Henry, you found us then. Wait here. I'll go get the chief. Он же узнает меня. Мне не надо главного. Я пошел. Здрасте.
A stockade. A handful of men could hold it for quite a while. Look at that. Those heathens are a lot tidier than the bandits. Кстати, да, они опрятнее немножко. Как-то все прям... Все нормально сделано. Только я знаешь, что... А, это щит. Вот, если, допустим, тут меня никто не видит, да, правильно? Правильно, тут вообще никого нет, там только чел один, и то он. I'd like to see you try shooting these now. Well, you won't be shooting these arrows. Ага, да я поджог. Так, а тут что такое у нас? Лошадка за мной. У нас тупо домики, да, разрушены. Да, здесь тупо домики. Это ночью, наверное, надо делать стрелы им поджигать. Ну, если никто не видит, чего бы нет. Я смогу поджечь, правильно? Он туда попробует залезть. Недолго дробару мац. Конец. Что делать? Две штучки. Ой. Ай, нет. Стой. Надо. Нет, лошадь. Беги сюда быстрее, лошадь. Блин, он со мной бежит. Да отстань от меня, не надо. Эй, иди нахуй. Я слышу, иди нахуй. Вы чё, уроды? А, всё, они отступили. Срать вообще. Пошли в жопу. Я уехал. Отлично, я спасся бегством. Теперь мне надо вернуться к этим господам. Надо вернуться в Мархаеда к этим господам. Эй, а чё? А, всё нормально. Погнали. Здесь никто не нападёт. Мертвеца, непонятно, кто его убил. Дурной знак. Давай его уклониться. Некогда этим заниматься. Эх, отлично. Препятствие на дороге — это нападение. Стопроцентное. Поэтому учтите, если у вас меньше 50%, можете даже не пытаться. Нет, в любом случае можете всегда попытаться обойти. Но не советую. Можно попытаться, если не получится, там уже придется сражаться. Если их больше и не одеты, то придется расщеплять недавно украденный меч, который вы заточили и готовили к битве. Так, где у нас... Тут нету, где у нас теперь Рацик. Пан Рацик кобыла, где же вы? Надо вам инфу дать. Это орёшь, я тебе ничего сделал. Вот он, кстати. Да, откуда? А, они кушают. Верно, аппетита. The Lord be praised. What brings you to me? I'm back from scouting, sir. Не буду про священника говорить. Не хочу быть. Священником мы прям нормально так забухнули.
There's an overgrown ruined village in the woods where they're dug in. That sounds like Pribislavitz. It used to belong to Sir Divish before Havel Medic attacked and torched it, and then imprisoned Divish. It's been left abandoned ever since. I was hoping they wouldn't be so organized. Earthworks and fortifications. That's quite a different matter from writing some rabble out of the woods. Согласен. I tried to количество их. Ну, их там очень много. Bear in mind, I'm relying on what you say. We'll have to call for reinforcements. Укрепление, а это не так просто. Every man that comes with us will be lacking somewhere else. Каждый I don't want bandits to pillage some other town because there's no one left to mount a defense. There's a lot of them. Там реально много. I couldn't even count them all. Christ. We'll have to gather armed forces from the whole region to defeat them. Even if it means leaving towns and villages unprotected. Every able-bodied man will have to come with us. It's mostly bandits in the camp. They're not villagers with pitchforks, but not regular soldiers either. No more than I expected. I have no fear of them, but underestimating the enemy can be fatal. There aren't just bandits in the camp. There are Cumans too, quite a few of them. Cumans, you say? Where the hell did they come from? Could Sigismund have left them there after he raised Scalitz? This is looking more and more serious. Может, оставил их после того, как сжег Скалец. Может быть, кстати. Но так они ходят, грабят просто. I took a look at their arms and armor. They're not a proper army, but they're equipped quite well. What about archers? Лучек много. There's a few of them, and they're positioned well. If we charge them head-on, they'll probably do us a lot of damage. I don't like the sound of that. It complicates the situation. Dealing with them before the battle would be the best option. They're up to something in the middle of the camp. It looked like they were making several long ladders. Ladders? That sounds like they're planning a siege. I like this less and less. On the other hand, we can use that to our advantage. If we can capture those ladders, we can use them to scale their own fortifications. That's about all I saw, sir. I didn't notice anything else. That's all right. Did you manage any sabotage while you were there, as I asked you? I managed to destroy some of their arrow supplies, so they'll have less ammunition. Well done. That's just what we need. That's all, sir. Don't worry, Henry. You've proven yourself an excellent spy. I need you to go to Sir Divish in Talberg and tell him to send Captain Robard and his men to our aid. There's not enough of us here in the camp. You can rely on me, sir. What should I tell him? Tell Sir Robard to bring all his men, leaving only a minimum guard at the castle, and to send a message to Sir Hanush to send his men. I'll leave our camp almost empty as well. We'll need every man we can muster. All right, I'll get going. And be quick. We've no time to spare. God be with you. Господь в помощь. 250 грошей мне дали. Так, поехали, значит, Тальберг. Скрытно нанеси вред разбойникам. Задачи кончились. Так, поехали в Тальберг. Тальберг. Просить. Дать нам войска. Может, кто-то так далеко. Благо. Так, где у нас... Борик. Но мне нужен не он, мне нужен Ивиш. По-моему. Что он ходит вокруг? Да нет, нет. Там. Fellow who came here from Scalitz half dead, aren't you? Ну да. Yes, that'll be me. Why?
Well, the lady of the castle was asking after you. She wants to talk. Поговорить. Ah, I'll go and see her then. Thank you. Боюсь. Very well. Потом. Don't make her wait. Оставляю ждать. Да, я боюсь потом просто подобжи задание, да? Давай возьмем задание, а там уже. Там посмотрим, что делать. Я потом боюсь сюда не вернусь. И не скоро, может быть, вернусь. Хочу просто кататься там. Так, что у нас тут? Его нет. Тут. Ага, пистолет здесь. Надо нам. Вот здесь. А чё так? А, вот он. Так. God bless you. What troubles you? Sir Radzik sent me with an important message. He asked for reinforcements. He needs more men? What's going on? The bandits and Cumans have set up camp in Pribislavitz. They're preparing for something. Неси таблетки, Sir Radzik wants to mount an assault on them, but he doesn't have enough men. Hang on. Easy now. From the beginning, what happened? I managed to track down the camp of the bandits who raided Neuhof. But it's not just a gang of brigands. More like a small army in a fortified encampment. I don't know what they're up to, but I'm sure they're getting ready for something. And Sir Radzik wants to destroy them before they get a chance. So it's worse than I thought. But Sir Radzik is right. We should do something about them before it's too late. Прав. I'll send my soldiers. Поэтому давай нам войска. Sir Radzik said to take all your men and leave only a minimum guard at the castle. Замке, лишь самый необходимый. What? We can't leave Talmberg unguarded. We've no choice, sir. The bandits have an awful lot of men. Sir Radzik is leaving his camp almost empty as well. He even said you should send word to Sir Hanish to send his men too. We need every man we can muster. All right then. Sir Radzik knows what he's doing. I'll muster the men and send them with Captain Robart in command. Да, пришлёт. Would you leave my men there right now? Говорить придется его. Подожди, мне надо готовиться. All right, but don't keep us waiting. They probably won't be expecting us, and we must take advantage of that while we can. Farewell. Так, куда? Так. Она тут? Да, вот она. The Lord be praised. What's on your mind? На уме. I heard you wanted to talk to me, my lady. It's true. I need something from you. How can I help? My cousin, young Sophie, going to be wed. It will be an entry into a new life, and I want everything to be perfect for her. I'm looking for a few things to give her as a gift, and you're going to find them for me. Why me? Normally I'd let the chamberlain take care of it, but he doesn't have any taste. I can't trust him with this. And I've been told no task is too challenging for you. Is that not true? Прям на больной не даю. It will be my honor, my lady. I need you to pick up an ornamental crown from Sasa. Богато украшенный венец с Сазари, бочонок лучшего вина у торговца в Ратае, Калова, конюшни, лошадь. Hello? You said a roan from Ujits. Precisely. It's a beautiful animal. Wait till you see it. Dietrich said he'd ride it here himself, but I can already imagine how he'll end up killing himself on that horse. But you, so young and vigorous. Who am I supposed to pick up the wine from? From Conrad Hagen in Ratai. He's the only person in the whole region who can supply a genuinely good wine. And believe me, I know what I'm talking about. Here you go. That should be enough. And the ornamental crown? А венец? I had the engravers in Sassau make it, but now they've written to say it will take a while longer. That just won't do. The wedding is almost upon us, and I need it. Отправляйся в путь, найди мастера Иеронима Силисского. Бери. Wine, a roan, and a crown. I can handle that. Thank you, Henry. Сколько времени дает? I just wish there were others here I could trust so well. Там есть какая-то? А, ну, здесь нету времени, в принципе. Тогда все круто. Пойдем. Скажем этому. Мы готовы.
Где он, кстати? На кухне? Нет. Фотки. Блин, он дальше походит. Я его проходил. А, вот он. Я готов. Потому что он в бою сам Господь. Поехали. Ведем войска к Рацугу. Квартирует сейчас просто. Да, о, отлично. I'm glad to see you, Captain Robart. I hope Henry's explained everything to you. He did, but I find it hard to believe. Who could possibly put together such a significant military force and right under our noses? We'll just have to find out. But I don't think we will until after a battle. If we don't deal with them now, who knows what they'll be capable of in a week or two? I agree entirely, my lord. What's the plan? Right, lad. We're almost at the place you described. Now we'll have to advance cautiously. Скажи мне в точности, что вокруг лагеря, я решу, с какой стороны мы нападаем. So I can decide which side to lead the attack from. Sir, that's a big responsibility. I don't think I should... I asked you a question, boy. You've been there and seen everything, so speak up. There are three ways to get in. Три пути, прямая дорога, нужно быть через лес, старый затон, или по узкому мосту, or by a narrow bridge over a deep ditch. Let's start with the direct route. That sounds like the easiest approach. How does it look there? That path leads around their battlements. It's fortified and patrolled. The chances are they'd shower us with arrows on the way. It's a good thing you're here, Henry. We'll have to try another way then. What about the approach through the woods and the weir? I don't like the idea of marching such a long way over rough ground, but if it's the better option. It's a long way through the woods, and there are patrols there as well. They'll call the alarm before we reach the camp. I thought so. What about the last approach, over the bridge? It's a bit narrow for my liking. It's narrow, all right, but once we get over, we can quickly occupy the best ground for a battle. We only have to take down a few archers. The battleground sounds inviting, but that bridge and the archers... It's not an easy decision. Each option has its pros and cons. I try to answer to the best of my ability, sir. And you'll be suitably rewarded for your efforts. From what you say, the route over the bridge is the best option. If we're fast, we'll have the advantage. With the help of God, we'll win this day. Держим победу. We'll approach from the south. Так, стоп. Ой-ой, весь грязный теперь сразу. Во-первых, мне надо прокачать общий уровень характеристик. Что мне прокачать? Качаю. Качать, чтобы тратить повязок. И кровотек. Пойдем. Так. Также. Лук. А, сумму я не могу юзать. Понял. Эх, какой-то не буду, она хилит еще, возможно. Я не буду. Могу позвать, да? Let's go! Поехали. О, наши ребята стоят, да? Луками. Да, наши ребята стоят в углу. Держите позицию. Пойду вперед убивать лучников. На тебе один готов. Еще один есть.
Ай, за шо? Ты ж чё Рацика ударил, тварь? Бомж какой-то. Рацику пофиг, по-моему, вообще он. Чё вокруг него ходите? Вот так надо. Сюда. Пока нету, можно хилиться. На самом деле, я, наверное, сделаю бахну варская лендула. Я бы надеюсь, не дать. Ну, хотя не буду. Да что такое? Друг, тебе плохо? Двоих просто вложил двумя ударами. На тебе еще раз. А, еще одного. Свои мешают, бегают уже. Пожрать, блин, мне надо сейчас добирать, верно. О! Что забрать еще? Ну, мы нормально, немало потеряли народу. На подходе. Я лучников убивал всех. Ну, как бы я их размял, там подошел уже. Обычных пехотинцев, считай, вначале там пару штук убил, и лучника подошел, убил, который мне рацига ударила меня. Нифига их там. Ну и чё, заходите, я пошел. Вон лучники, я пошел их развлекать. Они не видят. О, нифига себе, это что так больно? Я сейчас умру, по-моему. Да, я походу умираю. О, еще одна стрела. Красный, я даже хилиться не могу, сейчас от кровотека умру просто. В голову мне даст. Ой-ой-ой, не бейте, не бейте. А я щит вообще держу? Потому что они вроде как... Да, я от кровотёка умер. Я говорю, это просто две стрелы. Ты видел, сколько у меня хп было? Ну, вы видели вообще это? У меня хп фул было. Яблочком отхилился, у меня ровно сотка было. И он мне двумя стрелами снял прям до минималки. Давай еще раз. Ну, лучников надо разминать, иначе они убьют наших всех. Ой, нормально, у них головы не было у меня. Хватит, конечно, грустно. Ай-яй-яй-яй-яй. Нет-нет-нет-нет-нет, не стреляй, не стреляй. Да я зайду. Чит. Не в голову, только не в голову. Не надо в голову. Не надо в голову.
Ага, готов. Да подними ты щит. Почему он его держит перед собой? Он все равно попал. Опять попал, да что это такое? Не. Какие здесь убогие текстуры. Ужас. Ага, есть. Готов. О, клево. Клево, классно. Точка минут, ТС. Яблоки. Так, с тем лучником я ничего не сделаю, плюсик, да? Ранение в руку, но у меня хотя бы не так жестко. Таска, сотка, вот соточная. Колечко. Что происходит? Дочь? А, я своего, я опять своего вывал. А, гоните его, насмехайтесь на меня. Ну, случайно. Ай, кто это, блин? Чё за фигня? Лучник? Катина на лучнике. Мне опять, блин, в руку попал. Дети не стреляют точно. Фильтр не могу попасть. Просто из угла в угол челы летают. Ой-ой-ой, лучник есть. И... Пал. Пойдешь, отвали. Прикольно, да, стрелы отскакивают просто. Это интересно, конечно. У его. О, попал. У нас вести нет, мало вообще. Ого. Да тут чук бронированный. Ага, пробил блок. Ну. Мри. Где там шлема у него, конечно. О, убрать надо вот лучника. Ну, в нашего еще попал. Это база. Лук на лук, скотина. Стрелы кончились. Стоп. Тогда нам. Дальнобойный. Хранище. Давай дальнобойный на пока пошел. Попал. На тебе получай. На тебе еще хорош один отъех. Эй, что происходит? Откуда появились, алё? Что происходит, почему не уходит? Не убегает, почему? Ладно, не смотри. Еще лук достал, я надеюсь, это никак не повлияет на дальнейшую сейчас битву. Ой, нормально, мы не залетели. Просто их назад держать позиции, псы. Летели, блин.
сейчас с ним драться буду, как в катсцене. Как мне с ним драться, он же сильный. У меня уже пол КП нет, у меня вонючие лучники, блин. Тупо сняли. Зарублю тебя пополам, отродье. Уже пытался, а я все еще жив. Кто? Кто ты такой? Don't remember me. Меня не помнишь? А я тебя помню отлично. Где мой чертов меч? Какого лешего ты несешь? Какой еще меч? Стой. Да ты. Я у меня раздери. Я-то думал, что мы оставили тебя там ворону на съедение. Вот ты живучий ублюдок. Что ты сделал с моим мечом? Или по нашей первой встрече тебе явно не стоило бы показывать. Я мой чертов меч. Ну и может статься положительным? А, упражнялся, что положительным просто. Бей уже коротбенка колокольни. Стоп. Блин, это надо чинить. О, да, минус куртка. Ладно. Так. О, я могу железо захавать. Одно такое. Соточку установить, пока мы еще драться будем. Это яблоко. Немного коцанное. Тоже хилит, кстати говоря. Давай попробуем. Один раз по голове ты получил. Все, ты труп. Там тут труп, скотина. Ай. Ладно. Опустим. Да что ж такое, что за контратаки они. Да. Клинч плохая идея, короче. Нажал первее, ну что это? Прикол вот это. Получай. Да, сильные. Зря с этим. На ресталище поднялся. Своим наставником. Он стоять не может, слабак это. Это не тот меч, да? Который у него сейчас в руках. Только я не вижу. Лезут, непонятно. На тебе. Неплохо для деревенского сопляка. А, кинжал. Это еще не конец, мразь. Ему меч, что ты с ним сделал? Что ты с ним сделал? А ну говори, мерзавец. Увидимся в аду. Просто. Tell me, you hear me? Tell me what you've done with it! Ты ему лицо просто раскрошил, он тебе уже не ответит, что он с ним сделал. I'd say you're flogging a dead horse there. You took him down. On your own. Well done. Nice work. You surprised me. He was a mountain of a man. He was the one who attacked Neuhof. Это он разорил Neuhof.
and stole your sword. Украл ваш меч, пан. The thought did cross my mind. What did he tell you? We've taken him alive. The executioner might have gotten more out of him. Oh well, these things happen in the heat of battle. Anyway, we found a trunk full of coin down below. Someone was paying this gang very well. There were some of Sigismund's barbarians among them. I don't think we've seen the last of this. Whoever engineered it was highly placed. They won't give up after one defeat. This louse was just a pawn. I'm afraid you're right, sir. Well, lad, we live to fight another day, eh? Починиться. Помыться. Вообще жить. Блин, о, еще и блюет. Блюет, блевать. Страх тебя покидает. Нет. Пан Борик. Это обед меня покидает. Now, put it all behind you. A decent Christian shouldn't dwell on such horrors. I beg to differ, sir. Прошу прощения, пан, но не хочу это забывать. Никогда. Разница к этим детям исплатить за то, что они с нами делали. You're right, my boy. But first, we all need some rest. We'll meet later in the upper castle in Ratte, and then decide what to do next. Come what may, you did a good job today. Спасибо. Я польщен. Я эту лошкау делал. Один контрудар и два шибика пропустил. И один урон, по-моему, и топом урона чисто контрудара, по-моему, пропустил. Остальное прям ему парю его лысую надавал. Прям как я, кстати, у тебя был. Похож на меня. Я заставлю тебя за это заплатить. А это такой. Было время для следующей части нашего плана. Сообщи остальным. Да, пан. Это не Сигизмунд. И охрана у него не особо-то большая. Слушай, интересно. Кто это такой? Что-то я не помню. Такого. Но он не в шлеме был. Тряпки в этой на башке был. Остается только гадать. Может быть, в комментарии мне кто-нибудь подскажет, кто это был. Пан, я наградил вас за эрн-службу комнаты в своем замке Бергштейн. Ух. В своем замке. Мне далеко. В замке, точно. Да я крут. Что нам дальше? Иди в зал верхнего замка. А, ну там будет совет, типа, да, это. Да, скорее всего. Так. На этом, значит, мы останавливаемся. Продолжим в следующей части. Тем, кто смотрел, спасибо. Я еще не раз скажу, напомню, не забудьте посмотреть гайд, если хотите тоже такое же снаряжение, как у меня. Такое вот. Красивое, прикольное, с хорошей броней, если хотите хорошие мечи сразу. Денег. И прочее, прочее. Не знаете, как убрать. Куртку надо будет менять, потому что она сломана. Если не знаете, как убрать, допустим, метку краденого, в этом же видео все есть. Идите и смотрите. Ссылку оставлю в описании. Также оно в плейлисте Kingdom Come, в принципе, есть. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся, в комментариях пишем, если я что-то пропустил, либо не учел. Такое бывает, я человеческий фактор, я тоже человек, как и вы. Поэтому по возможности пишем комментарии, ставим лайки, либо дизлайки, если вам не понравилось, в крайнем случае, конечно же. Подписываемся, увидимся в следующей серии.